Идея украсить двор многоквартирного дома скульптурами появилась еще год назад. Этот лебедь – творчество местного художника. Теперь похожие фигуры украсят клумбы на улице Стахановской. 6 лет назад здесь располагались торговые ролеты. По словам руководителя местного ТОС, магазины совсем не пользовались спросом. От них остались бетонные площадки. Облагородить территорию взялся скульптор. 50 тысяч мне дали на развитие двора. Мы сделали эту дорожку. Но чтобы ее сделать до конца красивой, значит, нужно что-то здесь поставить. «Волк и заяц» – это мультфильм нашего детства. Мы на нем выросли. А в данный момент вот наше поколение, вот внуки, да, они выросли на «Машенька и медведь». И я считаю, что это мы сделали правильно. Сначала создается каркас будущей скульптуры. На него послойно заливают бетон и фигурам придают форму. Как говорит мастер, герои мультфильмов будут полностью готовы уже к Новому году. Скульптуры покрасят, а вокруг площадок посадят цветы. Это и часть масштабного проекта по благоустройству дворовых территорий. Улица Стахановская вошла в программу «Комфортная городская среда» на следующий год. Во дворе дома отремонтируют детскую площадку, установят спортивный комплекс, высадят деревья и обустроят цветочные клумбы.